Всем привет, большие друзья! Сегодня я решил сделать новый обзор. В общем-то и повод для этого нашелся. Я обнаружил игру и с такой с приличной скидкой. Естественно, решил посмотреть, что за игра, и все как бы увидеть своими глазами. Обзор очень положительный, но я сразу скажу, что я буду делать отрицательный обзор на эту игру. Потому что положительное, мне кажется, ничего эта игра не заслуживает положительной оценки. Ну давайте разберемся как бы потихоньку. Тут есть синглплеер, мультиплеер. Есть опции. Ну давайте сразу посмотрим опции, потому что претензии отсюда сразу начинаются. Итак, что у нас здесь есть? Есть видео настройки. Причем они такие абсолютно убогие настройки. Оконный режим, эта игра сразу же сжимается до крошечного окошка. Полный экран, ну полный экран понятно, то есть даже разрешение нельзя выставить. Какое разрешение? Вот, игра сама получается выставляет разрешение. Дальше, кредит, ну это просто как бы цифры, то есть фу, цифры, это описание, кто делал игру, но это как везде. Громкость музыки, это понятно, но вот единственное, что мне не понравилось, здесь нет даже управления, то есть поменять управление, но очень довольно-таки убогое управление здесь, поэтому хотелось бы его поменять, но это невозможно, к сожалению. Ну что ж, начнем игру, точнее продолжим, у меня есть там какой-то герой. Так, ну я самую простую сложность поставлю. Так. А, ну ладно, я сейчас поставлю пожирнее героя такого. Он вроде, ну, чтобы посильнее был. Он хотя бы бегает, так скажем, нормально. Вот, здесь нам выкатывают управление, то есть я хотел бы изменить его, то есть бегать вот на правую кнопку, я бы на левую поставил. Ну, скилл пробел нормально, ну, остальное нормально, но вот бегать и бить, что разные кнопки, это, конечно, это неправильно. И вот дальше, смотрите, вот тоже сейчас претензия будет, потому что сейчас вот эта заставка непропускаемая, она будет длиться 30 секунд, наверное, в сумме. То есть, видите, я нажимаю, и я ничего не делаю, по сути. Ну, во-первых, и управление еще такое, оно непривычное, то есть бежишь на одну кнопку, а бить будешь на другую. Вот видите, как долго он еще не может выйти, но наконец-то вышел. То есть вот что. Вот, какой-то как темный, этот, темная фигня, короче, происходит, когда его бьют. Ну, мразь, сдохните, скотина, твари. И бой он такой, он очень кривой, видите, я даже не могу выйти из них, если вот у них было бы поменьше хп. Вот, фу, если бы у них побольше было хп, то я бы уже не мог выйти отсюда. Ой-ой-ой, что-то голод, ай-яй, а что происходит? Я нажал использовать предмет, но у меня нет предметов, и появилось такое окно в полэкрана. Я сейчас пытаюсь как-то выжить. Ну вот я даже уже поиграл, я тут тактику даже придумал, что бегать вокруг этой твари и как бы это, и на упреждение бить. Вроде получается даже, получается. Но хорошего обзора все равно не будет, потому что это ну полностью тупо. То есть, ну вот я победил, ну и что дальше? Что дальше-то? Вот, ну я выиграл, что? Что мне это дало? Вот у меня там другой уровень, там второй. Может быть, у меня какие-то там навыки появились? Нет, ничего не появилось. Хотя это написано в описании игры, что там перки, различные скиллы, там умения, но ничего, короче, нет. Ничего. И это может быть в раннем доступе было написано, что мол, покупайте. А на деле оказалось, что ничего нет. Конечно, может быть я туплю, но тут просто нету ничего. Даже настроек нормальных нету. Блин. Ну и вот это, конечно, странная система с этим. Ой-ой-ой. Ну давайте уж я докончу. То есть, еще я еще вам покажу, как бы заодно.
Так, о, я, кажется, поднял какую-то хрень с пола. Ну все, вот и конец. То есть, ну вот я прошел одну волну. И что мне это дало? Что это дало, вот интересно. 3 из 10 рейнджер. Левел 3 из 10. И чё, ну 3 из 10, а ну хоть 100 из 10. Ну блин, и чё это дало? Это ничего не дало. И чё, вот мой герой никак не развился. И давай еще, короче, еще давай там побеждай. Вот, собственно, и все. Я вам показал, рассказал. Ну там, что еще может отличаться? Можно вот не только мужиком с топором, а там вот с ружьем, ну, или с пистолетами там девка. Но смысл, что этот пистолет, они еще хуже, чем топор. То есть они то стреляют, то не стреляют, то хрен пойми чё. Вот, в общем, вообще полная задница и очень плохо. Единственное, что хорошо, это музыка в игре. То есть музыка вообще нормальная, идея нормальная. Если бы они идею эту реализовали бы как следует, то в принципе игра бы могла хорошей получиться. Ну, как хорошей, не супер, ну такой аренка и убивание времени там. Ну, есть же такие игры, они довольно популярны. В общем-то, но тут ни управление, ничего, ни развитие героя. То есть вообще ничего. И непонятно вообще, зачем играть. В общем, спасибо всем, что смотрели. Вот, подписывайтесь на канал. Если видос понравился, ставьте лайки. И до скорых новых встреч. Спасибо всем, что смотрели. Пока.